Чувашии покажут прямые трансляции из Государственного академического Большого театра России. Новый сезон проекта «Большой балет в кино» 27 октября откроют показом «Раймонды». В главных партиях трехтактного имперского спектакля «Звезды Большого». Трансляции пройдут в этом году в 48 городах России. В Чебоксарах показ организуют в кинотеатре «Синема 5». В сезоне 2019-2020 зрители проекта увидят еще три спектакля в прямой трансляции: «Жизель», «Лебединое озеро» и «Драгоценности».